Деньги населения на развитие региона. Сегодня в Самарской области стартовал проект народного облигационного займа. Николай Иванович Меркушкин стал первым его участником. Приобрел 3 ценных бумаги. Стоимость каждой 60 тысяч рублей. Срок вклада до 2019 года под 13% годовых. В качестве пилотного был выбран инвестиционный проект реновации исторической части областного центра 5 кварталов. На эти оборотные средства будут строить жилье. Деньги перечислят в областной фонд жилья и ипотеки. Всего в рамках этого проекта будет выпущено 8,5 тысяч облигаций на общую сумму эмиссии 510 миллионов рублей. Приобрести их можно в Газбанке и в фонде жилья и ипотеки. Кроме того, сейчас готовятся и другие инвестиционные проекты с участием облигационных займов. Каждый рубль этих средств, он должен только идти в дело. Только. И это увидят люди, будет интерес дополнительный, потому что они не только условно заработают, как в банк положил он деньги, он еще видит результаты, вот, скажем, вложения своих денег. Это могут появиться новые там проекты по производству продуктов питания. Он будет питаться, кроме того, что получил проценты, он будет питаться натуральными продуктами, своими же и так далее. Он может увидеть новые предприятия, где работают люди, там, получают заработную плату и так далее. Он может увидеть те же научные центры, которые будут создавать основу будущего. Облигационные займы могут быть направлены и на строительство Гагарин-центра. Кроме того, жители региона смогут вложить свои деньги и в инфраструктурные объекты, например, в реконструкцию коммунальных сетей или дорог. До конца октября будет полностью сформирован перечень, на что можно будет направить эти средства. При этом владельцы ценных бумаг смогут контролировать расходование вложенных денег.